Почему ничего не работает у меня? Что значит меньше надо? К чему это сейчас было? К чему это сейчас было? Нифига, у меня тут много палеток накопилось пустых. 13. А нет, 13 есть. 12, 12. Дэшка. И все это в мусорку. Вот куда. Их же никуда, наверное, уже нельзя использовать, да? Ничего же нельзя с ними придумать. Только выбрасывать. Хотя они такие классные, коробочки эти. Наверное, ничего с ними не придумаешь уже. Оставить одну коробочку вот эту. Тут хранится. Это все выкинем.
Все выкинем, все выкинем. И на самом деле, видимо, еще тает. Что за пенсион? Ага, он кривой. Блин. Жалько. Он кривой. Где у меня мой? Это что? Тоже кривой. А это что? Тоже кривой. Упал. Упал, видать, упал. Я туплю вообще жестко. Охереть, блядь. У меня тут, оказывается, годовой запас скотча. А я новый постоянно покупаю, потому что думаю, что у меня его нет. Ну что, это адекватное? Нет. Смотрите, у нас тут кто-то вырос. Что это такое? Вы видите? А чего она такая мыльная, блин, камера? Ну-ка, сейчас. И все равно она замыливается. Почему так? Какой-то пушистик там вырос. Что за хрень?